мероприятий много, очень много впечатлений, соревнования супер. Самое главное, знаете, что в этом, это движение, это общение, это встреча друзей, старых друзей, новых друзей. И главное, получать просто от этого удовольствие. За 2 года мы добились больших результатов. Много людей стали вовлечены в этот вид спорта, который приносит людям новые взгляды на жизнь, новое движение к спорту. Люди меняются. И это сейчас модное направление захватывает просто в свои сети всю Украину. И я думаю, что сейчас в плотном сотрудничестве с Федерацией каноэ Украины и персонально с господином Чернышовым мы добьемся еще больших результатов и будем представлять Украину и на международных соревнованиях.